Thank you.
вопрос неправильно. Ему, ему, а я буду подавать отсюда. Ага. Справа. Так, а сколько здесь играет по времени? По один сет и ровно? Нет, два сета, трехсетовый. А, трехсетовый матч. Трехсетовый, а, да. А, ну вообще, круто. Ну, как взрослые. Да. Так, я-то взрослые. Думала, что... Полноценные, трехсетовые. Я, не правда, не знаю, какой третий сет, но вообще должен быть нормальный. Я заберу это как-то. Ага.
играет парень? Вообще-то он мастер спорта международного класса, лучшая пятерка России. Так что... Что значит лучшая пятерка России? Лучшая пятерка России по молодости. Он играл по взрослым. А, он в теннис играл? Ну, хорошо играл. Мастер спорта международного класса по теннису. Лучшая пятерка России. А как вот учились играть? А ему он ветеран уже. А, ветеран? Он уже пенсионер. Да, но он любитель. Но он любитель. А это против настоящий. Такой, что... Ух! Хотя... Thank you.
квартире. Thank you.
спектакль. Thank you.
1-0. Алло. Да. Ну, первый прослушала. Первый. Да. Уимблдон, да. Сейчас пока 1-0 веду. Того самого. Ну, посмотрим. Какой ветер. Покажу. Ну, пожелай мне удачи. Покажи меня. Да, выбрать. Да. Ты кататься? Thank you.
Thank you.
А счет у нас 1-3. Если 1-3, тогда не может быть перехода. А зачем мы тогда пошли? Я тоже не знаю. Ты так, сейчас ты подаешь. Было 2-1, но перешли. Счет не так.
Спасибо.